Body got a deuce. What? Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Твист, и это такой у нас будет небольшой подкастик, буквально минут на 5-7 я вам расскажу, что я хочу, собственно говоря, сделать. А сделать я хочу следующее, я хочу сделать небольшой такой перезапуск канала, а именно начать записывать ролики с камерой. Но для этого мне нужно ваше одобрение, то есть если вы хотите видеть от меня ролики с камерой, то пишите в комментариях. Я обязательно прислушаюсь к вашему мнению, потому что я хотел их вообще записывать с камерой, но я решил все-таки у вас спросить, потому что я мало ли кому-то не нравится моя внешность, мало ли там, я не знаю, что-то еще ему не нравится, и все-таки ролики с камерой записывать не надо. Поэтому я решил узнать у вас, как мне быть, то есть записывать мне ролики с камерой или нет. Пишите в комментариях, я все комментарии читаю и к каждому мнению я прислушиваюсь. Мнение подписчиков для меня очень и очень важное. Хоть у вас и мало, там буквально 4000 человек, но из этих 4000 там буквально 100 смотрят, поэтому все равно даже этих 100 человек мне мнение очень и очень важно. Так, давайте дождь вырубим. Token downfall. Вот. Так что пишите в комментариях, я обязательно прислушаюсь и, возможно, буду записывать уже ролики с камерой. Я уже один ролик записывал пробный, это был летсплей, вот, так что вроде как получилось неплохо, качественно, поэтому судить вам и в ваших руках то, что буду ли я записывать ролики с камерой или нет. Также, что еще хотелось сказать, для тех, кто не знает, я также завел Twitter, там будут выходить в основном новости по поводу выходов роликов, если будет отлаживаться ролик, то там будет и вся информация сразу же, так что если вы хотите узнавать первыми про выход видео, можете подписаться на мой Twitter, там я буду в основном, как я уже сказал, постить информацию про ролики. Также, если для вас интересна моя жизнь, то можете подписаться на мой Инстаграм. Там я иногда выкладываю фоточки, редко, конечно, но они там есть. Так что можете подписаться тоже, если вам интересно. Я не настаиваю, просто так рекомендую, так сказать. Также, что еще хотел сказать. Также, ближе к осени я планирую сделать также перезапуск канала игрового, то есть я постараюсь ближе к осени, к середине осени обновить компьютер, купить видеокарту новую и докупить оперативную память. И, в принципе, если я это ближе к осени сделаю, точнее, к середине осени, то также я сделаю перезапуск канала игрового, вот. Я бы его и сейчас вел, но у меня слабая видеокарта и мало оперативной памяти. Но видеокарта у меня еле-еле тянет уже последние новинки, то есть всякие там Ведьмаки, третий, что еще там, Tomb Raider, Fallout, оно тянет уже с трудом, поэтому я не хотел вас, насиловать ваши глаза плохой картинкой, поэтому канал игровой пока что он лежит далеко-далеко в долгом ящике, ну вообще не в долгом, всего лишь там подождать до середины осени, я обновлю компьютер и все будет окей. Тот канал, я так думаю, что не повлияет на выходы роликов на этом канале, поэтому там будут тоже качественные монтажики и прочее. Вот, так что тоже подписывайтесь. Там будут ролики выходить реже, естественно, но они будут очень-очень качественными. Это я вам обещаю. Вот, также я, если буду записывать с камеры, то я докуплю там хромакей еще. Буду на фоне хромакея, чтобы вы не видели задний фон, не видели кровать, то и не видели полку. Вот, поэтому вот так. То есть такие вот у меня небольшие планы. Ну, пишите в комментариях по поводу этого подкаста, что вы думаете, ваше мнение. Оно, как я уже сказал, для меня очень-очень важно.
Также, что еще я хотел сказать. А, ну да, я этот ролик тоже хотел записать с камерой. Но я буквально только проснулся, и как-то не идет мне записывать сейчас с камерой. Пока что, ну, ничего страшного, я думаю. И тем более, я хотел все-таки у вас спросить, стоит ли мне записывать или нет с камерой. Что-то много такого несвязанного текста получилось, но я думаю, нормальный подкастик такой, пишите в комментариях мнение о нем. Ну, а на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, а с вами был Твист. Всем удачи, всем пока.